Друзья, всем привет! Вы на канале «Живой путешествую». Сегодня 8 мая 2024 года. Мы сегодня с вами отправляемся на необычную локацию. Это гора Батарейка. Если вы поедете своим ходом, то надо доехать до остановки автобуса, называется «Сбербанк», ну или «Сберкасса». Раньше «Сберкасса» называлась. Это, не доезжая вокзала, одна остановка ЖД вокзала Сочи. Если память не изменяет мне. Ну, одна-две. Вот, и мы идем с вами пешком. Улица Горького, 38, ориентир. Поднимаемся в горку. Была я там всего один раз. Сейчас с вами попытаемся повторить. Ну, так, знаете, тут будут такие ступени высокие. Не ступень высокий, подъем в гору. Поэтому, если вам это тяжело, то, наверное, не стоит. Ну, сейчас увидите. Мне тяжело, но я постараюсь. Какие-то заодно домики посмотрим. Управление Росреестр справа. Потому что на улице уже тут жара. А, не, на самом деле, вот я иду сейчас в толстовочке. Пока мне нет желания раздеться. Такие тоже интересные цветочки. Большие колокольчики, они превратятся. Ну, наверное, к июню ближе. Сейчас все-таки прохладно. Посмотрите, такой обычный дом в Сочи, старенький. И в Сочи тогда сплошные подъемы. Вон там замечательные розовые кустики. Заодно с вами прогуляемся. Вот это ориентир, магазин «Перекресток», как раньше он был. Да, сейчас он тоже «Перекресток». Ну, мало ли. Я на вот сюда, куда мужчина пошел. Дорогу мне здесь перейти мало шансов. Никто не останавливается. Все разломано. Опасно здесь вообще. Все, мы начинаем с вами восхождение. Сейчас немножко мужчина пройдет. Дорогу, друзья, не буду, конечно, снимать. Это скучновато. Вот так, для общего понятия. Но видите, здесь опасно. Почему, интересно, так все выломано? Да. Развилки нам, по-моему, сюда. Простите, запыхалась уже. Потому что мы тут раз поднялись там и спускались.
вообще лестница, ведущая туда, дальше. Смотрите, тут цепочка. Я знаю, что мы обходили где-то здесь эти цепочку. Вот по этой лестнице я боюсь идти. Одна, она заросшая. Что там дальше будет? Как-то навигатор меня ведет в обход. Я лучше дольше пройду. 9 минут мне пишет идти. Куда-то вниз меня ведет. Улица Тоннельная, вот это дом 20. Прохладно, так здорово. 620 метров мне еще. Смотрите, какие розы. Классные. Это хоть красные. Тут еще оранжевые. Так. Нам, наверное, сейчас с вами направо, да? Или я не туда повернула? Видимо, шмула уже, какие ягодки. Большие уже скоро наливаться. Скоро жатеть начнут, точнее. Ладно, не сейчас, я думаю, не особо эту гору. Сюда неохота совсем. Поверните направо. Направо все-таки. Все-таки сюда мне. Блин, не хочется сюда. Я так понимаю, мне сюда. Друзья, там, когда шла, были такие две собаки бойцовских пород. Одна привязана, вторая нет. Странно, что на меня не обратили внимания. Обратно я точно там не пойду. Буду ждать автобуса. Ой, запыхалась. Вот такие уклончики тут. Но я больше устала от лестницы. Сейчас мне направо предлагает. 310 метров осталось. Ой, я немножко не там шла. Можно было срезать чуть-чуть. Наверное, вдоль домов. Дублер курортного проспекта. Сейчас мы идем по улице Альпийская. Мы с вами уже почти подошли. Надеюсь, что можно на смотровую сходить. Это платно? Ну, мало ли, может, не работает сегодня. Мы уже пришли. Последний раз, когда мы были, не было вот этих куполов. Но, с другой стороны, в ненастье можно посидеть. Смотрите, какая красота. Сегодня погода, видите, какая хорошая, далеко просматривается. Как вам, друзья, видок? Там как-то мы даже ахуну отсюда видели. Не видно сейчас.
Но боюсь соврать. Мне кажется, видно его отсюда. А, тут дом зеленый, видите, полукруглый, около вокзала. Когда отъезжаешь от станции в Сочи, первый, такой большой. Друзья, еще кружок с вами пройдем, посмотрим. Но музыка здесь достаточно навязчивая, конечно. Надеюсь, меня не забанят авторских прав, из-за авторских прав нарушения. Тогда, простите, придется свое накладывать. Прям для пятерых человек можно. Мы с вами спускаемся. Вот она. Это, конечно, не колокольня, но все равно. Надо быть внимательным. Картины, фотографии. Видите, старая фотография вокзала. Сочи. Какая девушка невежливая. Я сказала спасибо, даже ничего не ответила. Ну, не знаю. Хотя, пожалуйста, можно бы ответить. Так, вот взяла визиточку вам посмотреть. Город Сочи, улица Альпийская, 737. Можно QR-код сканировать. Ну, я не знаю, это что у них, Телеграм или Инстаграм, сеть, которую нельзя называть, и вот сайт. Не, ну здесь интересно, ну летом, наверное, жарковато, даже сейчас жарко, если там сидеть в этом куполе. Хорошо, наверное, вот в мае, зимой хорошо, одеться потеплее, но сейчас уже жарковато. Я сейчас на остановке. Автобус. Вот оттуда мы с вами пришли. Если верить расписанию, автобус придет у меня через 9 минут. 14.18, сейчас 14.09. Автобус номер 15 до морского вокзала. Видите? Ну, хотелось бы верить, что придет. Следующий 14.48, либо я пойду пешком. Радостно я убежала с той горы. Так мне там понравился второй раз, что даже забыла башню эту сфотографировать. Придется в интернете поискать картинку. Но боюсь уже уходить через 5 минут автобус. Вдруг раньше придет. Придется около собак этих идти. Боюсь. Ну, значит, еще разок съезжу как-нибудь. Здесь одностороннее движение. Ну, при таком трафике никого не пропускают. Очень хорошо.
даже не знаю, что делать. Не пришел автобус, уже 5 минут задерживается. По карте показывает, ну, когда нажимаешь на остановочку. Следующий только автобус. То есть он считает, что он уже ушел. Вот на карту смотришь, вот он единственный стоит. Единственный на маршруте стоит на конечной своей точке. Морвокзала. И больше вот нигде нет. Не едет ко мне никто. А что, тут один на маршруте? Мне даже не знаю, что делать. Уходить, а вдруг сейчас приедет. Высоточка ЖД вокзал. Осталось до него 850 метров. Сейчас не очень понимаю, мне прямо идти. Или поворачивать. Наверное, прямо. Друзья, мы с вами подходим к вечному огню. Так смеется женщина. Прям. Завтра 9 мая, я сюда не пойду, будет много народу. Я, честно, не очень люблю, когда много народу. Я сегодня сюда собралась. Честно, не знала, где находится вечный огонь. Ни к чему мне. Так, я пойду, наверное, с другой стороны обойду. Люди работают. Может, тут, конечно, можно, но не мешаться, чтобы он... Ребят, репетиция. Сейчас мы, так сказать, с парадного входа подойдем с вами. Улица параллельная, где мемориал находится. Мы с вами посмотрим, как можно туда пройти, если можно. Сейчас я с противоположной стороны попробую на телефончик снимать. Но если получится снять, то это видосик выйдет пораньше, чем вот этот материал. Я каждый день стараюсь выкладывать снятый на телефон. Ну, я потом ссылочку кину. Да, там даже закрыто, смотрите, друзья. Видите? А, вон уже и вокзал видно. Вон он. Горемыкин Иван Логогинович. Это получается, отца назвали Логин. Не слышал никогда такого имени. Показывает на карте, сейчас справа старое завокзальное кладбище. Показывает опять на лестницу. Ух ты, какая лестница. Да. Сегодня у меня день лестницы.
ласточка. Скоро поедет. Передом стоит. Ну вот смотрите, на 14.49 у меня, простите, 5.36 километров. 7000 шагов, ну мало. Сейчас буквально с вами на 5 минут зайдем в вокзал Сочи. Хочу батарейку поменять у камеры. Аутсум. Просто показать, что это ЦУМ сочинский. Да, вот сейчас опять не жарко стало. Я второй день с собой таскаю термометр. Давайте с вами хоть сегодня замерим температуру.